У 16 жителей Мирнинского района новоселье. Отдел опеки и попечительства приобрел 10 квартир для сирот, которым исполнилось 18 лет. Жилье мы приобретаем только в каменных домах. Деревянный жилфонд у нас уже ушел, скажем так, давно на второй план. Жилье мы приобретаем сразу, не под черновой вариант, сразу приобретается уже с ремонтом, чтобы были счетчики на горячую, холодную воду, стеклопакеты обязательно. У нас это все прописано в тех заданиях. В квартире было все для того, чтобы можно было вот принести вещи, поставить сумку и уже здесь начать потихоньку обживаться. То есть здесь сделан ремонт, обои, все в приличном состоянии, линолеум, ну то есть понятно, свет, канализация, ну, обычные нормальные условия для жилья. Однокомнатная такая хорошая, светлая, чистая квартира, ну мне кажется, то, что надо, чтобы начинать новую жизнь. Еще 6 человек в прошлом году воспользовались сертификатами на покупку жилья. Преимущество его в том, что квартира покупается в собственности, и выбрать ее можно самостоятельно. Для получения сертификата есть несколько требований. Постоянное место работы, отсутствие судимостей. Также человек не должен состоять на учете в психо- и наркодиспансере.